Это шахматная доска. На ней 64 клетки. Перед началом игры она должна быть повернута так, чтобы светлое поле было в нижнем правом углу. Это горизонталь, она обозначается цифрами от 1 до 8. Это вертикаль, она обозначается буквами от А до H. Ладьи похожи на башни замка. В начале игры они стоят на угловых клетках. Кони располагаются рядом с ладьями. Они могут перепрыгивать через другие фигуры. Ферзь или королева – самая сильная фигура. Она начинает игру рядом с королем на клетке своего цвета. Король – самая важная фигура. Если ему поставят мат, игра проиграна. Рядом с ферзем и королем стоят слоны, которые ходят по диагонали. На передовой находятся простые солдаты – пешки. Это пешки – белые и черные. В начале игры у каждого игрока по 8 пешек. Пешки легко отличить от других фигур. Они самые маленькие и их больше всего на поле. Хотя по отдельности они слабы, их роль в партии может быть решающей. Пешки ходят вперед на одну клетку. Они не могут отступать или двигаться в бок. На первом ходу у каждой пешки есть возможность продвинуться на две клетки. Если пешка уже двигалась, дальше она сможет ходить только на одну клетку вперед. Пешки не могут перепрыгивать через фигуры. Сейчас пешки перегородил дорогу конь. Чтобы продолжить движение пешкой, его нужно убрать. Пешки атакуют не так, как ходят. Чтобы взять фигуру, пешка перемещается на одну клетку вперед по диагонали. Сейчас пешка может взять как коня, так и пешку противника. Хотя пешки – самые слабые фигуры в армии, стратегически они очень важны и могут решить исход партии. Если пешка достигла противоположного края доски, она превращается в любую фигуру по выбору игрока. Обычно это ферзь. Взятие на проходе – особый маневр пешки, при котором она берет пешку противника, перемещенную предыдущим ходом сразу на два поля, занимая движением по диагонали поле, пересеченное пешкой противника. Сейчас только одна пешка может передвинуться на две клетки. Сделайте ход этой пешкой. Одна из белых пешек может атаковать фигуру противника. Сделайте ход этой пешкой. Пешка противника сделала ход на две клетки. Возьмите ее своей пешкой. Это ладьи, белые и черные. В начале игры они расставлены по углам доски. Ладья – вторая по силе фигура после ферзя. Внешне она похожа на башню замка. Ладья считается сильной фигурой, так как она ходит на любое расстояние по горизонтали или вертикали. Умелое применение ладей позволит вам контролировать обстановку на поле.
ладья не может пройти через другие фигуры. Сейчас ладье преграждают путь белые и черные пешки. Ладья может взять черную пешку. Ладья наиболее полезна в центре поля, особенно в миттельшпиле или эндшпиле, когда часть фигур уже разменена. Ладья в центре держит под ударом гораздо больше клеток, чем на начальных позициях. Сделайте ход белой ладьей, передвинув фигуру на максимальное расстояние. Возьмите белой ладьей фигуру противника. Это слоны, белый и черный. В начале игры у каждого игрока по два слона. Один находится между королем и конем, другой между ферзем и конем. Слон не самая сильная фигура, хотя он весьма важен для выработки тактики. У каждого игрока один слон всю игру ходит по белым клеткам, а другой по черным. Слон перемещается только по диагонали, по клеткам своего цвета. Таким образом, ровно половина клеток ему недоступна, что ограничивает его возможности. В начале игры передвижения слона могут сильно затруднять пешки, как вражеские, так и свои. В отличие от коня, слон не может перепрыгивать через фигуры. В этом примере слон заблокирован вражеской пешкой. Слоны набирают силу ближе к концу игры, когда они могут держать под контролем диагонали и быстро пересекать линию обороны соперника, создавая угрозу его фигурам. Сделайте ход белым слоном, переместив фигуру как можно дальше. Возьмите белым слоном фигуру противника. Это кони, белый и черный. У каждого игрока по два коня, расставленных между слоном и ладьей. Коня легко узнать среди других фигур. Его манера ходить буквой «Г» очень полезна в нападении, особенно в начале игры. Конь ходит на две клетки прямо, а потом на одну клетку вправо или влево. С этой позиции конь может прыгнуть на любую из восьми клеток. Сейчас он находится на черной клетке, поэтому может сделать ход только на белую. Совершая ход, конь всегда меняет цвет клетки. Еще одной особенностью коня является его способность перепрыгивать через фигуры. Как мы видим, на пути коня к пешке противника находятся другие фигуры, но ему это не мешает. Конь лучше всего действует из центра доски. Так он может сделать ход на 8 клеток. От крайнего поля он может прыгнуть на 4 клетки, а из угла всего на 2. Сделайте ход белым конем на любую клетку. Возьмите белым конем фигуру противника. Это ферзи, белый и черный. В начале игры ферзь, которого также называют королевой, находится рядом с королем на одной из центральных клеток горизонтали. Пешка превращается в ферзя, добравшись до противоположного края доски, поэтому теоретически у одного игрока может быть до 9 ферзей. Ферзь – самая мобильная и сильная фигура. Потеря ферзя – это очень серьезно. В начале каждой игры каждый ферзь находится на клетке своего цвета. Это правило легко запомнить благодаря поговорке «Ферзь любит свой цвет». Ферзь может двигаться на любое количество клеток по вертикали, горизонтали
или диагонали, как слон и ладья одновременно. Ферзь не может перепрыгивать через фигуры, поэтому его возможности могут быть ограничены. Сейчас ферзь может взять слона противника, заняв его место. Ферзь наиболее ценен во второй половине игры, когда на поле много свободного места. Подвижность ферзя часто позволяет устраивать вилку, создавая угрозу двум и более фигурам соперника. Сделайте ход белым ферзем по вертикали. Сделайте ход белым ферзем по диагонали. Возьмите белым ферзем фигуру противника. Его Величество – король. У каждого игрока он только один. Он начинает игру на одной из центральных клеток крайней горизонтали рядом с ферзем. Король – ключевая, хотя и не самая сильная фигура. Король постоянно нуждается в защите. Когда он находится под ударом вражеской фигуры, это называется шахом. Игрок обязан ближайшим ходом отвести короля на безопасную клетку или устранить угрозу другим способом. Если короля невозможно вывести из-под удара, значит поставлен мат, и игрок терпит поражение. Король ходит на одну клетку в любую сторону со своей текущей позицией. Он не может встать на клетку, которая занята своей фигурой или находится под ударом. Король может взять фигуру противника, которая находится на соседней клетке. Однако ему нельзя попадать под удар. В этом примере король может взять пешку, но не коня, которого защищает ладья. В большинстве партий король редко передвигается по полю. Ближе к концу партии вам придется играть королем чаще и даже использовать его для нападения. Сделайте ход белым королем в любую сторону. Возьмите белым королем фигуру противника. Если королю угрожает фигура противника, он находится под шахом. Сейчас белому королю поставил шах черный слон. Шах необходимо немедленно устранить. Сделать это можно тремя способами. Первый – переместить короля на клетку, которая не атакована противником. Второй – взять фигуру, которая угрожает королю. Третий – закрыть короля другой фигурой, став на пути противника. Если нет возможности устранить угрозу, объявляется мат. В этом примере черные поставили мат белым. Король не может быть взят ни при каких обстоятельствах. Белому королю поставлен шах. Выйдите из-под него любым доступным способом. Поставьте шах черному королю. Поставьте шах черному королю. Защищать короля необходимо на протяжении всей игры. Именно для этого предназначена рокировка. Это специальный маневр, который позволяет за один ход поместить короля в безопасное место и вывести из угла ладью. Каждый из соперников может провести рокировку только один раз за игру. Существует два вида рокировки – короткая и длинная. В короткой ближняя к королю ладья перемещается на две клетки, а в длинной – дальняя на три клетки.
Рокировка переносит короля в угол, где он менее уязвим и защищен от вражеских атак. Рокировку разумно проводить в начале игры, когда король нуждается в защите, а ладья в пространстве для маневра. Четыре важных правила. Первое. До рокировки ни король, ни ладья не должны двигаться с изначальных позиций. Даже если сделавшая ход фигура вернулась на место, она не сможет участвовать в рокировке. Второе. Все поля между ладьей и королем должны быть свободны. В этом примере белые не могут сделать длинную рокировку, так как на пути стоит конь. Зато короткой рокировке ничего не мешает. Третье. Король не должен быть под шахом в момент рокировки или после нее. В данном случае рокировку сделать нельзя, так как королю будет поставлен шах черным слоном. Четвертое. Король не может пересекать клетку, находящуюся под атакой противника. Сделайте длинную рокировку белым королем. Сделайте короткую рокировку белым королем. Сделайте доступную рокировку белым королем.